Начните с глубокого вдоха и выдоха. Отпустите все заботы и тревоги дня. Посмотрите вокруг. Насладитесь красивыми пейзажами за окном. Ощутите запах воздуха. Постарайтесь максимально четко осознать себя здесь и сейчас. Ваше тело полностью расслаблено, а ваш мозг настроен на получение и усвоение информации. Наше подсознание не разбирает, происходит ли что-то в реальности, либо в нашем изображении. Оно воспринимает как всю действительность. Поэтому сейчас мы будем работать с образом денег и вызывать ощущение обладания некоторой суммой денег. А когда наше подсознание привыкнет к этим образам и ощущениям, то и деньги начнут приходить в нашу жизнь все чаще и чаще. Вы расслаблены, глубоко дышите, вы абсолютно спокойны, вам хорошо и комфортно там, где вы сейчас находитесь. А теперь представьте, что у вас есть банковский счет, на котором лежит сумма 100 миллионов рублей. Если этого мало, то надо добавить на счет нужную вам сумму. Например, 500 миллионов. И не надо беспокоиться о том, что вы не знаете, как эти деньги получить или заработать в реальной жизни. Нас сейчас это не беспокоит. Наша главная задача – вызвать нужное ощущение. Прямо в состоянии, в котором вы сейчас находитесь, осознайте, у вас есть счет в банке с огромной суммой денег. Нет необходимости что-то делать с этими деньгами. Они просто лежат в банке. Никто, кроме вас, о нем не знает. Никому не надо говорить о его существовании. Этот счет только ваш персональный. Допустите это. С деньгами ничего не нужно делать. Вам не о чем заботиться. Не нужно их тратить, не нужно снимать со счета. От вас не требуется никаких действий. Деньги могут лежать в банке хоть всю жизнь. Как вы себя чувствуете на данный момент? Неважно, есть ли у вас работа или нет. Каково это ощущать, что на вашем счете огромная сумма денег? А сейчас сконцентрируйтесь на ваших ощущениях. Вы чувствуете приподнятость настроения? Ваша самооценка возросла? Вы уверены в себе? Вам не о чем беспокоиться. Что бы ни случилось, деньги ваши. Они спокойно лежат в банке. Они даны нам Вселенной. Вы попросили, и Вселенная вам их дала. Вот так просто. А теперь представьте, вы заходите в магазин. Вы знаете, что на вашем счете такие большие деньги. На что бы вы их посмотрели? На что бы потратили? Что бы себе смогли позволить. Видите фото красивой машины или дома? Вы можете себе это позволить. В любой момент по своему желанию вы можете себе это купить. Но сейчас мы не заботимся о том, как потратить деньги. Наша цель – пережить ощущение обладания ими. Мы просто обязаны вызвать в себе чувство обладания деньгами. Ищите и усиливайте сильнее и еще сильнее. Но как вам чувство обладания деньгами? Так, день за днем мы будем усиливать это ощущение. Вы ощущаете гордость от обладания этими деньгами. Вам приятно. До какого уровня поднялась ваша уверенность? Как вы теперь будете себя чувствовать на работе? Вы можете уволиться в любой момент. Вы не увольняетесь. Работодатель об этом не знает, но вы это знаете. Каково это чувствовать? Каково знать, что вы вольны делать то, что захотите? Усилите ощущение обладания деньгами. Как это чувство откликнется в вашем теле? У вас огромная сумма денег в банке. В данный момент что вы ощущаете физически? Каково тело? Наполнилось ли оно силой? Ощутили ли вы больше свободы? Распрямились ли ваша спина? Стали ли вы выше ростом?
Деньги – это энергия и движение. Как много энергии и денег вы можете пропустить через себя? У вас появляется радостное ощущение. Усильте их. Ничто больше не имеет значения. Оставьте в жизни все как есть. Насколько это обладание деньгами смягчает все другие обстоятельства вашей жизни? По мере того, как мы осознаем, что владеем большими деньгами, растет наша уверенность. Деньги хотят быть с нами, и деньги любят нас. Примите это как факт. Чувствуйте уверенность, теплоту этого чувства, признательность, которая в нем благодарность и позволение. Каждый раз, когда мы вызываем в себе чувство обладания деньгами, Вселенная получает наш сигнал и очень четкий образ того, что мы хотим. Вселенная также получает образ того, что одновременно с обладанием деньгами мы желаем испытать радость, уверенность, счастье, быть заботливыми, относиться к миру с любовью и пониманием. Вселенная получает четкую картинку и тут же начинает процесс выстраивания событий, обстоятельств и всего необходимого, чтобы мы получили желаемое. Каждый день мы усиливаем ощущение обладания деньгами. И каждый день мы чувствуем большие радости, больше любви в связи с этим. Мы ощущаем, как это здорово. Теперь возьмите какую-нибудь банкноту или монету. Сейчас мы будем вызывать чувство любви к деньгам. Потрогайте монету или банкноту, какова она на ощупь. Посмотрите на нее, обратите внимание на каждую деталь. Это ваши деньги, это энергия любви. Эти деньги чисты, как в тот момент, когда появились на свет. Какие чувства у вас появляются? Какие мысли проходят на ум? Если в тот момент, когда вы думаете что-то негативное о деньгах, запишите эту мысль, а позже вернитесь к ней. Итак, это ваши деньги. Вы вольны делать с ними все, что захотите. Можете оставить их себе или отдать кому-то другому. Вы вольны отпустить их в мир. А сейчас подумайте о том, что вызывает у вас чувство безусловной любви. Например, когда вы держите на руках котенка или маленького ребенка, что вы ощущаете? Пусть эти переживания всплывут в вашей памяти. Запишите их. А теперь перенесите эти чувства на банкноты или монеты, которые вы держите в руках. Пошлите им любовь. Осветите их своими позитивными мыслями и эмоциями. Почувствуйте настоящую любовь к этим деньгам. Любить деньги – это нормально. Любить деньги – это хорошо, потому что через них мы любим и тот источник, ту энергию, ту любовь, что создает нашу Вселенную. А эти деньги – ее физическое воплощение здесь и сейчас. Чем сильнее мы любим деньги, тем больше в степени открывается им, тем легче приходить к нам. Почувствуйте любовь к деньгам. Можете удерживать это ощущение столько, сколько захотите, а затем отпустите и продолжайте жизнь в своем мире. А сейчас повторяйте вслух или про себя. Великие океаны денег текут ко мне. Они приходят легко и просто. Я нахожусь в постоянном потоке изобилия, достатка и успеха. Я открыт для потока тех благ, которые приносят мне жизнь. Я генератор денег. Я привлекаю изобилие денег в свою жизнь. Деньги – это энергия в действии. Поэтому чем больше я отдаю, тем больше я получаю. Деньги любят меня. Выполняйте эту медитацию день за днем. Завтра или послезавтра возьмите другую монету или банкноту. Меняйте их каждые несколько дней. А потом с легкостью отпустите в широкий мир. Пусть эти деньги идут в него, наполненные вашей любовью.
Любите деньги как друзей. Относитесь к ним как к вашим друзьям. Любите деньги, любите их всей душой. Это прекрасная возможность практиковать максимальную способность любить.